Ребята, всем большой-большой привет, огромный, большущий. Спасибо всем огромное за просмотры, за подписку. Большое спасибо. Подписывайтесь. Мне очень приятно, вам не трудно, мне приятно. Я стараюсь, чтобы всем все понравилось. А сегодня у нас салат такой простой, с копченой курочкой. Ну, очень вкусный, очень. Смотрите, какой он красивый. Копченость такая дает запах. Очень ароматный. Трошки весенний чуть-чуть, потому что зелень. Можно и на праздничный стол. Кому понравилось, кому интересно, смотрим, как его готовить. Ребята, готовим такой простой и замечательный салатик. Может приготовить каждый. Готовится очень быстро. Вкусно. Нам понадобится пекинская капусточка. Мы берем ее, нарезаем тоненько. Нарезали. Все отправляем в миску. У нас есть копченая курочка. Ножка. Я ее порезала. И сейчас мелко будем нарезать. Нарезаем квадратиками нашу курочку копченую. С ножки мы ее мясо отделили. Теперь такими квадратиками нарезаем. Очень ароматная копченая. Весь эффект в салате от этой курочки. От этой ножки. Все нарезаем. Отправляем в миску. И маленькими кусками. Пучочек зеленого лука. Нарезаем. Мелко. Высыпаем мисочку. На крупную терочку натираем 100 грамм сыра. На крупную. Такого твердого. Отправляем в миску. Твердый сыр должен быть, чтобы он не поплыл. Нарезаем пучочек зелени. Совсем чуть-чуть. Мелко-мелко. Укропчик, петрушка. Желательно свежий. Отправляем все в миску. Очень простой салат. Три яйца квадратиками. И довольно крупные. Всеми кусочками, чтобы вилки были большие. Дорезаем яйца. Очень быстрый вкусный салат. Можно сказать, гости на пороге. Небольшими кусками яйца. И отправляем в мисочку. Высыпаем горошек в банку.
солим, перчим, пару ложек майонеза. Сейчас перемешаем, посмотрим. Буквально две. Все перемешиваем. Сейчас посмотрим, чего нам тут не хватает. Ну, по-моему, сыр солененький, мясо солененькое. Посмотрим, какое оно сейчас получится. Должно быть очень вкусно. Смотрите, какой он красивый. Густящий. Еще чуть-чуть майонеза надо добавить. Буквально ложку. Больше не надо. Можно сметаны. И мешаем. Сейчас будем пробовать. Из простых продуктов, но очень вкусный. Ребята, наш салатик готов. Посмотрите, какой он красивый, простой. Привкус курочки копченый супер. Можно на праздничный стол. Скоро 8 марта. Смотрите, какая красота. Он какой-то весенний, вкусный, ароматный. Готовьте. Не сложно, не дорого. Радуйте своих родных и близких. Всем пока-пока.